Ищешь честный сервис ставок по Dota 2? Dota 2 Бомж. То, что нужно. Проверка игры через независимый рандом.орг. Активный чат, специальные комнаты для бомжей без топеров, подарки для игроков и огромный магазин вознаграждений. Интересно? Dota2Бомж.com. Играй по мелочи, выигрывай по-крупному. Если герокоптер в мид... Против Бруды можно, против Бруды, через флаг Кэнон. Через флаг, да. Ну и Медузка появляется от Team Liquid, да. За соло, GH уже рядом, будет Void. Гонит, гонит отсюда Солыча. У Солыча есть ТП. Они будут пытаться его убить здесь, да? У Солыча есть ТП, поэтому атаковать его надо аккуратнее. Но вот сейчас ситуация плачевная. Пошел брейнсап. Да ладно, его будет фестблат такой простой. Соло, он да? Времени много выиграл. Он стянул майнд-контрол из лесу. Немного ликвиды пытаются выигрывать. И вроде бы даже получается. Ой-ой-ой-ой, майнд-контрол в очередной раз так, убивает что соло. Соло. Он за курьером пошел, что ли, до конца? Что-то придумывает. Так, выход на соло. Две смерти уже есть. Пытаются его заморозить. Соло уйдет для отсюда. Есть баррейдж. Больно майнд-контролу. Может погибнуть. Успел затаунтить Рамзеса. Рамзес. Еще один баррейдж. Джейдж просто убегает. Но он под вортексом бегает. Ну, спида не хватает, чтобы убить хоть кого-нибудь. И погибает Меркл на боте. Меркл погиб, временем. Да, это фраг для... Нет, ну Паша, смотри, как подушку. Неприятно здесь. Против Меркла стоит. Так, нападение на майнд-контрол, и по тавру он погибнет, скорее всего, Рамзес. Соло выдали сколько смогли урона, Рамзес горит, ему надо убить крипа или хоть кого-нибудь. Джейдж, еще одна тычка, Рамзес погибает. Соло брейнсап, Джейдж живет, сейчас закончится инфибл, и можно будет и соло убить. Мана у него нет, стиков тоже, так что соло здесь в безвыходной ситуации, но тут подходит Лил. Прожимаются батарейки, рядом много крипов, дашрайн фитируется. Ну, не самый лучший размен. Меркл, Меркл проблемы, погибает Паша, и Меркл выживает. Вот это совсем неприятно, потому что Паша сейчас подарил огромное количество опыта, и самое главное, денежек Меркл. Лил, нападение на Лила, майнд-контрол, будет пытаться поджать Лил. Ну, Лил, быстро-то, и погибает Меркл, там на Уван отлично сместился, хорошо. Майнд-контрол, нет, забивает. Ой. Это очень даже неплохо, драка в центре. Нападение на надо Шейкера. Пауками. Ну, эхо слома нет. Матумба. Далее с Рамзесом. Матумба. Минус паучки. Матумба здесь выживет, это точно. Рамзесу не стоит. И вот откуда появляются деньги у некоторых персонажей выход на... Будет ли сейф ТП на Миракла? Миракл прожимает. Погибает он здесь. Да, он здесь погибает. Стики есть, но тут нован. Джейч увидели. Соло. Очень нагло идет. Соло. Соло. Есть финсгрип. В это а время... где помощь? Погибает Tension Operation. Подходит сюда Матумба. Стонгейс. Джейч, неужто долетит? Нет, не долетает. Сгрызает его Рамзес. Есть агр. Минус. Моментальный бейн. Переключаются на Рамзес. Очень больно Рамзесу. Грызет его Матумба. Сеточки здесь нет. Поднялся на хайграунд рядом. No one. Хорошая фиссура по двоим. Ставится ракетка. Матумба. Плевок. Рамзес уходит отсюда. Мистик Снейк до него долетает, но урона не хватает. Дабл килл от Рамзеса. Минус 4. Ну и Миркл ничего не сможет здесь сделать. У него урона банально не хватит. Надо бежать отсюда, потому что рядом уже Лил. Если он дотянется когами или батарейками. Вот он пошел станчик. Надо ставить коги. Это минус Миракл. Скорее всего, ставится еще и стенка. Минус 5 в размен на кого? На одного Бейна? На Бейна, по-моему, да. Это ужас. Так, ну еще вот погибает еще... Рамзес. Рамзес. Выход на ботом. Ракетка. На ботом. Кура можно убивать здесь моментально. Ставит с него ракетка. Майн-контрол говорит, уйди отсюда. Не предавай меня. Но поздно. Предательство уже есть. Пошел Юл. Кулдаун. Майн-контрол. Это минус 2. Да, он здесь погибнет. Здесь некуда идти. Почему он сразу отсюда не ушел? Лил. Подходит. Матумба. Хукшот в паучков. Матумба майнсит под ультимейтом. Ничего он здесь не сделает. Поднимает его в юл. БКБ пока нет, поэтому это верная смерть. Минус Матумба. Вакуумом подтянули. Ультимейт аппарата. Возможно, погибнет здесь Бейн. Он замерзает. Тает Куру дострелять его с руки. Ничего здесь не выйдет. И Соло еще и выживает. Куру. Да, там. Давненько его прикупил, а до сих пор не принес базу. Ну, Ван подформил хорошо. Юльчик. Тотем. Хукшот и минус Матумба. Его просто разрывают всю эту игру. Если зацепит майнд-контрол или Миракл, это будет попахивать гудгеймом. Линка сбивается. Пошел слип. Рядом опять No One. Миракл. Станчик. Подходит Паша. Есть кулдаун. Есть вакуум хороший. По двоим и можно расстреливать. Поджимается ультимейт от Миракла. Ульт аппарата по двоим. У Джейдж подбирается. Пытается убить Шейкера. Есть Юл. Дроп. А Егисы, ну Ван здесь погибнет. Ну Вана убили. Встает герокоптер. Ну да, он не зацепил, уходит на форстафе. Рамзес на развороте. Можно попробовать. Здесь в это время зацепили медузку. Эхо слэм. Больно, Мирку пытается отстреливаться. Но, конечно, урона здесь не хватает. Пошел слип. Зацепили Куро. Нет, это зацепили не Куро. А там...
всех зацепили. И Куро, и Джейджа. Оба отправляются в таверну. Крипов по мидлу толкнуть, и можно попытаться. Отпуш. Вот какой есть отпуш у ВП? Какая-то ракетка. Но Ван врывается просто в наглую. Здесь отдает все. Матумба. Еле Матумба выживает Матумба. Матумба откидается. Но Ван надеялся сделать. Да. Соло здесь убьют. Соло здесь могут убивает убить, 100%. Рамзес пошел давить. Ракетка стоит на Джейджа. Есть хукшот. Можно настрелить по медузе. Будет ли ультимейт? Миракл нажимает ультимейт. Рамзес уже зашел в спину. Поворачиваются ему все-таки в лицо. Но Лил вместе с Рамзесом слишком много урона наносят. Минус Миракл. Добивает его здесь No One. Еще и руна инвиза. Джейджа отогнали. Ну и давить, ну и я думаю, будут дальше. No Привет! Эхо Слэм! Матумба взлетает, сейчас еще будет тотемчик. Не будет тотемчика, это будет прыжок. А тут параллельно еще и минус Джейдж. Лил его нагнал. Матумба. Ван, фиссурка, тотем. Станчик, можно поднять. А вот тут финсгрип. Майнконтрол, кстати, ворвался неплохо, но Ван поднимает себя в Йул. Матумба, достреляют ли его, подходит сюда Рамзес. Это минус. Это минус, почти вся команда Liquid. Трое погибнут точно, Джейдж тоже отсюда не уходит. Никто не уходит, потому что есть Скади. И если начинает бить Рамзес, то смерти просто не избежать. Просто какой там урон летает на Увана, похоже. Но Уван, кстати, погибнуть может здесь. Да, но Уван погибает, Мир. Дается ракетка, снова Юл. Сейчас подставляется Коги. Подставляется Миракл. Минус Миракл. Good game! Пишет Куро. Да, действительно, good game. Good game Virtus.pro. Отличнейшая. Отличнейшая игра. Просто какое-то нереальное исполнение. У Liquid были довольно такие дефолтные. Нет, Liquid должно быть. Может быть какая-то... А, это ОД. ОД даже появляется. А чем пушить? Еще, да, у No One, так что он мид выигрывает. Пластки там, конечно, проблемки. Паша, второй уровень, бежать. Матумба уже третий. Прятал одного, пытается мансить здесь Паша. Паша лесами, полями... Получается. Ну вот станчик пошел, и Матумба здесь должен добивать. Это что, ФБ будет такое простенькое? Паша. Да Паша не сдается. То что ж такое-то, телекинез будет? Да. Минус. Живет. Подожди, какой минус? Паша не с тех парней. А, вот здесь не туда зашел. Вот здесь не туда завернул Паша, но неплохо мансил. Понимаю, то, что в ответ ничего Миркл сделать под инфибом не может. Проблемы здесь у майн-контрола. Рамзес еще буквально пару-тройку ударов. Есть замедление майн-контрола. Еще тычечка пошел за хил. И еще удара хватает за глаза. Джейдж, булыжник, не попадает по Рамзесу. Тут уже отпился. Привет, говорит Джейдж. Сейчас телекинез от Кура будет, но Рамзес, мне кажется, здесь подраться может. Ну не-не-не, тут... Слишком много героев сюда летит. Сейчас должен быть захил и минус Рамзес. Да, Майн, который разрабатывает для себя этот килл. Попытка разобраться в центре. Лил подставляется, но Вана засейвили. А Шрайн пустой. Ты бежишь к колодцу? Лил, манки не хватает, что ли? Майн-контрол, бежать отсюда. Ну, вот Регенис сейчас. Регенис, там дебаф висит. Ай, клэп. Майн-контрол, это еще буквально погоня. Пару тычек. Это просто вечная пару погоня. Тычек не получится. Дигинаура, Рамзес, еще ударчик. Фейзы, да. Все хорошо. Добил. Повезло, что стаки не спали. И еще мом сейчас будет. Миракл! А Миракл, судя по всему, не ожидал, что хитпоинтов. Соло может его поймать. Тевич заряжается. Привет, Соло. Получает сайленс. Пытается бодиблочить. Понимает, что быстро его не убить. Станут винги. А вот так можно дизрапшеном засейвили. Рамзес. Живет Соло. Соло погибает. Пошло гам. Ну и Рамзес надо отступать. Слушай, свап есть. Рамзес все еще жив. Больно бьет, кстати, винга. Автоатака, и Паша получает станчик. Они далеко ли заходят сейчас? Далеко, далеко же заходят. Сейчас майн-контрол. Матумба. Больно Матумбе. Паша набрасывает еще и пурш. Матумба уйдет отсюда. Захилили Матумбу. Прилетает сюда Соло. Вряд ли дотянется. Сейчас можно еще и станчик получить. Пошел стан, заслипался, вейл в террор. Догнали его, Джейдж. Что, под вышку пойдут? Ну, да, пойдут. Майн-контрол, хил, минус. Что-то ВП сейчас немного его моментально заслипали. Должны догадываться Liquid, что здесь происходит. Но уже слишком поздно. Да, и закатывает сюда Джейдж. Это, скажем так, вишенка на торте под Рошана. Заехать и умереть. Там еще и финсгрип пошел. Ой-ой-ой-ой. А это кто у нас здесь, Винга? Disruption. Это Омник. Это Омник. Что еще хуже, потому что Омник летел. Это, возможно, смог, можно использовать. Нет, увидели Миракла. Хорошо, пошел свап. Матумба. Матумба далеко. Матумба отрезали. Рамзес может погибнуть. Нет, Рамзес не погибает. Наоборот, Матумба. Погибает Матумба. Матумба минус. Погиб даже Соло. Можно гнаться дальше. Травят. No One. Станчиком будет метать? Нет. Станчик был в КД. Забирают здесь еще и Рубика.
зацепили еще и ОД, минус ОД, слушай, это минус 3 уже от Virtus.pro, размен на одного саппорта, улетает отсюда GH, зацепит ли его No One, есть танчик булыжником по двоим, запрыгивает, и вперед Рамзес пытается съесть GH, стан есть, ну и сожгут здесь GH, Гай ему никак не помогает, минус 4. Очень сложно было бы в ситуации выйти, Матумба. Выход на Ноувана, Ноувана, Ноувану очень больно Ноувана, Ноуван выживет, не выживает, пока живет. Майнд контрол рядом, тычку даст, да, дает тычку, хорошо, Дегенаура работает. Никакого сейва не было, Лил пытается вставать тэп-аут, его подняли телекинезом, минус Лил и можно ловить. Да, там тавер по итогу на боте упал, много грипов было, возможно, там тычка какая-то была, так, пошла драка. Моментально забирают Лила. Так, очередная стычка. Куро. Погибает здесь соло. Еще и соло. Возможно, доберутся до Паши. Нет, Джейч. Нет стана. А там... ПП это все прекрасно контролирует. И можно сейчас нападать. Матумба, Матумба. Подцепили Матумба. Прощай. А никого сейва не будет. Слишком далеко тиммейт. Я не знаю, почему он один сюда ломанулся. При том, что... Потому что любая стычка сейчас для Liquid — это потенциальная опасность потери кого-либо. Пытаются подцепить Лишака по максимуму. Заслипали Лишака. Либо поставляется Лил. Лил, Лилу очень больно, пол хп уже нет, Лил уходит, хорошо, Лила засейвили. А Ноуан отсюда не уйдет, по-моему. Есть Аегис, но его и второй раз, скорее всего, нужно, заберут. Запрыгнул Рамзес, фокус по Куру, есть форстав, засейвили. Куро, еще один форстав, он должен уходить отсюда, зацепили также Омни Найта, майнд-контрол еле живой. Мирко продолжает сражение на хайграунде, майнд-контрол, еще буквально пару тычек, запрыгнул Рамзес Даггера, добивает его. И минус Миракл. Хорошо разменялись на Найтсталкера, можно еще кого-нибудь зацепить, Джей. В принципе, тавр далеко заходит. Сейчас Рамзес. Рамзеса можно еще поближе подкинуть к себе. Рамзесу очень больно пошел сыр. Все отлично. Рамзес в последнюю секунду успел. Матумба с руки. Далеко спрятали Матумба. В дизрапшн. Далеко. Матумба, ну, он рядом с хайграундом. Сейчас должен быть фейтболт. Соло добивает вышка, так что все в порядке. Станчик. Есть еще один стан. Запрыгнул Джейдж. Укатывается отсюда. Должен погибать здесь Рамзес. Это минус Рамзес. И они отлично дерутся на развороте, скажем так. Ликвид не подпустили к себе на хайграунд. Пашу. Надо станчиком зацепить, и дальше будет минус. Ну или свапом, да. Можно и так. Но Ван сюда тоже подходит. Атака на иллюзию. Шайн использован. Матумба. Матумба врывает в эту толпу. Минус Ноуван. Там сейчас могут забоксить, пока заслипали. Есть возможность пожить. Финсгрип пошел. Зацепили Миракла. Нужно свапать. Есть свап. Ноуван станчиком не попадает. В любом случае уже минус Омник и Рубик. Есть... Убийство Ноуана, но это ненадолго. Он сейчас уже появляется и может вернуться в файт. Пока есть фортификейшн. Ноуан, отличный толчок. Ноуан оказывается под Т3. Запрыгнул Рамзес. Баши не прошли, уходит на форстафе отсюда Миракл. Ноуан, телекинез есть, зацепили. Надо старбов его расстреливать. Уходит отсюда с даггера Миракл. Ну и дэмэджа не хватило, чтобы зафокусить Ноуана. Отлично все скомбинили тоже Virtus.pro. Запрыгнул Рамзес. Будет ли башек? Очень больно здесь Омни Найт. Он уже на хайграунде. Свап пошел, потом его засейвил. Соло еще можно зацепить стана. Минус соло должен быть, но есть дизрапшн. Паша сейвит. Матумба буквально пару ударов. Соло погибает с молнией. Ну и Куро. Телекинез на Пашу. Запрыгивает Рамзес. Нажимает БКБ. Минус Миракл. Матумба продолжает сражаться вплотную. Рамзесу буквально один удар. Вышка. Две тычки в сторону Рамзеса. Рамзес погибает. Форстав на Ноуана. Ну, там дизрапшн, наверное, у Паши еще есть. Так что не так все просто. Матумбе больно. Матумба. Матумба погибает. Зачем? Зачем остался Матумба? Зачем? Просто себя подставить. Вечно на даггере ворвался. Зачем? Я лупает обратно. Матумба далеко свапнули Матумбу. Матумба, точнее, сам себя свапнул. Рамзеса пытается убить. Под фокусе Рамзеса погибает Паша. Рамзесу неприятно. Пошел первый ГА. Майн Котрол живет, Майн Котрол живет, есть второй ГА, ГА сразу пошел второй. Ноуван нужно убить, Ноувана нужно убить. Ноуван не погибает, минус Майн Котрол, минус GH. И драка здесь плохая. Ноуван, ультимейт от УД не наносит ему урона, а вот Солон находится на лоу-граунде. Еще две тычки от УД, и он отправляется в таверну. Есть дроп Аегиса, запрыгивает Миракл и расстреливает Лила. Лил тоже минус, слушай, придется делать байбеки. Выкупаться, наверное, нужно здесь Найтсталкеру, если они хотят подефать. Прожимается пока фортификейшн, нужно убить крипов. Крипы далеко. Они все делают под апсом. Ноуан. Подцепили Матумбу. Паша здесь же. И Урса. Урса сейчас может просто убивать. Урса. Рамзес. Надо кого-то поймать, чтобы убить. Там форстаф и Паша. Зацепил Матумбу. Матумба. Вейл в террор. Бежать отсюда. Яды стакаются. Еще один форстаф. Что Матумба идет. Линка. Минус. И дальше за Мираклом. И дальше за Мираклом. У Мирака нет никакого сейва. И он без байбека. Мирак без байбека. Дальше будет даггер и форстаф. У него есть сейвов и... Мирак спрятал Ноувана. Рамзес здесь же. Рамзес небесу нажимает в... Рубика. Спасают Хуру, и сейчас закончится иммун Рамзеса, и на него могут ворваться. Есть хил. Минай здесь должен еще пожить, на самом деле. Рипел на себя. Рамзес. Бежать. Рамзес рыбается вновь.
Как же много сейва! Но Кура здесь погибнет. Рамзес под блокинг-баром. Не получилось никак его законтролить в очередной раз. Но Миракл отходит. Так вот, Миракл попытается. Свап. Нован. Нован живет. Рамзес. И Эбисол пошел. Засейвили его. Там сейчас га должно быть, мне кажется, чтобы драка здесь состоялась. Есть сайленс, пока майн-контрол закилился, живет. Лил много урона. Лил взлетает, пытается уйти отсюда. Станчик в Пашу. Пашу зафиксировали. Лил минус. Паша тоже минус. Джейдж заслипали. Разбудить его Матумба не хочет. Соло гонят в самый низ. Я не знаю, хватает ли у него маны, чтобы уйти отсюда. По-моему, уже ничего не хватает. Даблкил от Матумбы. Это минус 3. Точно, хайграунд зайти очень сложно против таких мистиц на ботом, потому что появился сейчас только Бейн. Джейдж пошел в рыв, куда врывается Джейдж. Джейдж подсейвить нужно здесь как-то от Рамзеса. Джейдж поставляется пока, отдает Джейджа. Никого не убьют. Нован, телекинез, нажимается га, фокус по Нован, Нован еле живой. Уходит в гост, его заслипали. Просыпается Нован, подурный живет пока, но хоть что-то. Так, Джейдж застанили, будет ли еще один стан? Пошел еще один стан, спрятали в дизрапшн. Сейвит Урсу. Надо нажимать ультимейт. Рамзес. Много урона по спине. Приходится нажимать ультимейт и блокинг бар сразу. Фокус по Матумбе. Матумба готов сражаться под БКБ. Его никто не остановит. Приземляется Соло. Соло моментально погибает. Паша. Свапнули. Форстав здесь никак не спасает. Минус Паша. Минус. Ой. Это Матумба забирает ДД. А почему нет? У него урона... Ну, у него урона много, да, но я думал, заберет, возможно, Дивой. Нашли. Он тут погибает, к сожалению, очень, очень быстро. Хотя живет, живет Рамзес, пытается еще как-то отомстить здесь. Но Ван живет, но Ван в БКБ. Можно Лил убить, минус Лил. Матумба идет дальше соло. И попытаются забрать Нована, но Вану неприятно здесь. Есть мисс по Новану, но Ван динает себя Бладстоуном. Соло еще буквально пару ударов. Минус надо соло. Отличный ультимейт от Миракла по двоим. Это даблкил, преследует Пашу. Есть свап, хекс и минус... Паша, 5 игроков Virtus.pro в таверне начинают делать байбеки. Двое уже выкупились. Есть байбек также у Урса, и, скорее всего, он состоит. Это уже преимущество. Просто идут на ботом сейчас. Да, появится сейчас, конечно, Бейн, но Бейн не противник сейчас для Liquid. Шел Глиф. Но Ван врывается. Минус Рамзеса пытается максимально быстро быть Джейдж. Минус Джейдж. Хорошо. Дальше Матумба фокус. Матумба не получает урон. Там бабочка работает. Майн-контрола. Подсейвили. Два раза подсейвили майн-контрола. Майн-контрола подцепили. Юл, еще раз сейв. Майн-контрол. Погибает. В гости Нован. Очень много дэмэджа выдает. Кура стоит, пытается добить Нована. Да, добивает его ворованный новый Матумба Мансить. Подходит сюда Джейдж. Хороший булыжник. Пошел свап. ГГ, пишет Нован. Понимая, что здесь уже выиграть драку не получится. А байбеки потрачены. Ну что ж, 1-1. Лучший результат для Virtus.pro. Они заработали карту. Им нужно забрать еще одну карту у Na'Vi, и тогда все замечательно. Они зарабатывают свою путевку.